Всем привет! Не успела снять прошлый ролик, как появилась новая информация. Сейчас уже 100%. Вышла бесплатная версия Wave, точнее, не бесплатная версия, а ключ, который можно получать бесплатно. Этот ключ получается вот по этой ссылке на этом сайте. Ссылку я обязательно на него оставлю в описании. И ключ вроде как можно, я точно не знаю, либо раз в день получать, либо раз в 3 дня. И ключ, когда вы его получаете и активируете, он действует только 6 часов. То есть через 6 часов вам нужно будет заново получить ключ, либо же ждать следующий день, начало следующего дня. То есть насчет этого я точно еще не в курсе. Типа сколько раз в день можно получать ключ. Может быть, там тоже какое-то ограничение есть. Значит, смотрите, переходите по ссылке в описании на мой сайт для того, чтобы скачать чит. Для этого переходим во вкладку Exploits. И заходим на Cheat Wave. Вот, мы на него зашли. Нажимаем кнопочку Get. И сейчас начнется установка, получается, приложения. Так, если вдруг у вас тоже браузер пишет то, что это подозрительный файл, мы все равно его скачиваем. И обязательно перед установкой, когда вы будете устанавливать сам чит, нужно отключить антивирус. Так, сейчас, секунду, в загрузке зайду. А, он у меня уже скачался, окей. Вот он у меня в загрузках находится, но у меня уже сам чит установлен. Переустанавливать я не буду, потому что могут быть всякие разные ошибки и баги. Так что на всякий случай не буду этого делать. Смотрите, если вдруг вы когда установите чит и у вас будет какая-то ошибка, как вариант вы можете заново попробовать переустановить чит. Как это делается? Мы заходим, получается, в расположение файла. Вот здесь у нас всякие программы, DLL-ки, установщики и так далее. Мы полностью вот это все выделяем и удаляем. И заново, получается, скачиваем установщик. И потом после установщика скачиваете заново чит. Мне данный способ помог с проблемой. Я не помню там, что у меня за проблема была, но, короче, что-то он не хотел работать, либо неправильно скачался. И вот я когда все здесь удалил, то, что у меня было... у меня все заработало, так что можете попробовать. Далее, запускаем сам чит. И здесь нужно регистрировать аккаунт. Если у вас его нету, если есть, то можете просто залогиниться. Давайте для чистоты эксперимента я зарегу аккаунт. Допустим, acebun top, сделаем ник. Так, и пароль давайте сделаем какой-нибудь... Вот такой. Окей. Далее. Это не регистрация. Тупанул. Кстати, пароль и никнейм сохранился. Офигеть. Вот это прикольно сделано. Так, пишем почту. То есть вы пишете почту, чтобы зарегистрировать свой аккаунт. И этот аккаунт будет принадлежать только лично вам. То есть в случае чего, если вы забудете пароль или еще что-то, вы сможете его легко и просто восстановить. Так, регистрируемся. Отлично. Теперь, получается, нужно зайти на почту и подтвердить свой аккаунт, который вы зарегистрировали. Сейчас, секунду. Так, сейчас я быстренько зайду. Так, ну почему-то мне подтверждение на почту не пришло, странно. Возможно, кстати, из-за того, что очень большой наплыв людей, из-за этого может долго идти письмо, либо оно вообще не прийти. Хотя оно может прийти в спам. Спам тоже проверяйте на почте, потому что это сообщение может закинуть спам. Но в спаме у меня его нету. Короче, давайте я тогда сейчас дождусь, когда придет письмо, и мы с вами продолжим. Так, короче, в итоге я не дождался никакого письма, подтверждения аккаунта своего. Ну ладно, в принципе, не суть. Это не столь важно, потом, если что, когда придет, подтвердите. Значит, я просто нажал на кнопочку логин, написал свой никнейм, который придумал, и свой пароль. И у меня получилось зайти в аккаунт. Отлично. Далее, что нам нужно сделать? Перейти по ссылке в описании по этой ссылке для получения ключа. Далее нажимаем кнопочку Get Started. Ждем, пока загрузится. Так, это пока все лишнее закроем. Так, и проходим, получается, первое задание.
Все задания у нас находятся на Linkverse. Это такой сайт, где с помощью просмотра рекламы вы получаете ключ на 6 часов, чтобы использовать Wave. Так, нажимаем то, что мне это интересно. Нажимаем «Посмотреть». Далее возвращаемся обратно и ждем, пока эта проверка произойдет. Буквально занимает это около 30 секунд. Может быть, даже у кого-то быстрее сработает, а может быть, даже дольше. Ну, короче, в течение минуты, типа, у всех задание проходится. То есть не больше минуты на это тратится. Так, ну 30 секунд, мне кажется, уже прошло, но пока еще проверка идет. Ждем. А если не ошибаюсь, нужно будет пройти 6 либо 7 чекпоинтов таких. То есть то же самое нужно будет сделать либо 6, либо 7 раз. А я еще сам лично не проверял, вот при вас это, сейчас это все делаю, и мы вместе посмотрим, сколько здесь чекпоинтов нужно пройти, чтобы в итоге получить ключ. Не, ну что-то он очень долго крутит, очень долго проверяет, странно. Обычно до этого раньше быстрее намного было. Так, все отлично. Нажимаем продолжить. Потом нажимаем вот сюда, на вот эту черную кнопку. И переходим дальше. Здесь у нас идет проверка, все. Проверка случилась, произошла, отлично. Все четко мы сделали. А дальше получается второе задание. Все то же самое. Короче, и вот так нужно либо 6, либо 7 раз сделать. Давайте я быстренько сейчас сделаю, и мы с вами продолжим. Также, смотрите, может у вас быть такой прикол, то что по истечению там нескольких проверок, то есть заданий, у вас может написаться то, что ждите проверки, типа, или подождите час. Что можно сделать? Давайте сейчас с вами подумаем. Давайте еще раз нажмем. Нет, не работает. Окей. Давайте обновим. Так, опять час пишет. Смотрите, что можно сделать. Можно эту систему обойти с помощью, получается, одного сайта. Я забыл, как он называется. Давайте попробуем сейчас найти. Вот, Linkverse Bypass. Значит, заходим, получается, ну, допустим, на первый сайт зайдем. Bypass Linkverse, окей. Вставляем сюда ссылку, нажимаем Bypass и ждем. Так, все, в итоге получилось обойти это задание. Просто я зашел заново на сайт, вставил эту ссылку, которую вставлял до этого, и заново нажал Bypass. И после этого у меня буквально за секунду ссылка эта обошлась, то есть задание. И вот, получается, нам дали следующую ссылку. То есть мы ее открываем. Так, это не то, это реклама. Вот, все отлично. Ждем проверку. Да, все, как видите, это работает. Все четко. То есть, короче, ссылочку на этот сайт я оставлю в описании. И с помощью него вы можете обходить данную систему. Вот, конечно, не рекомендую это делать с полностью всеми заданиями. То есть, некоторые задания хотя бы одно-два пройдите. Потому что если вдруг чит это сможет проверить, то, что вы обходили систему, то при следующем получении вас могут либо забанить, либо просто не выдать ключ. То есть такое тоже может быть. Так что пару раз хотя бы сами пройдите это задание. Вот, то есть все 6 раз или там 7 раз, не знаю сколько точно, не нужно проходить их с помощью байпаса. Так, сейчас я пройду, короче, все оставшиеся задания, и мы с вами продолжим. Так, вот сейчас я прикола не понял. Тут, оказывается, получается, скорее всего, половина заданий на одном сайте и половина на другом, потому что сейчас меня перекинуло на другой сайт. Здесь, в принципе, тоже сложного ничего нету. Вы просто нажимаете вот на эту кнопочку, типа включаете уведомления и ждете, пока произойдет проверка. Я не знаю, как долго здесь проверка идет, но тоже в течение минуты должна быть. Все отлично. Я ее прошел. Дальше нажимаем InLoop Content. Так, меня просят отключить от блокера, но у меня его нету, что за прикол? Так, давайте заново, окей. Так, а тут уже другое задание. То есть то задание было включить уведомление, а здесь приложение скачать какое-то для рабочего стола. Тогда это, короче, нужно делать очень быстро. Как только появляется
кнопка активируется, точнее. Вы на нее сразу нажимаете и переходите дальше. Так, ждем сейчас, пока проверит. Да, тут просит что-то скачать, но скачивать ничего не надо, потому что если вы скачаете, вы можете себе всякие разные вирусы на компьютер загнать, и потом сложно будет от них избавиться. Так что ничего здесь не устанавливайте, просто проходите задание. Но вот то, что вот эту фигню мне пишет, отключите отблокер, хотя у меня его нету, блокировщик рекламы, это довольно странно. По идее, должно все работать. Но что-то непонятно. Сейчас, короче, если такую же фигню напишет мне опять, то будем тогда искать обход, чтобы обойти этот сайт. Он называется вроде Loot Link. Надеюсь, на него тоже есть байпас. Если на него байпас есть, то отлично. Короче, давайте сразу посмотрим, есть на него байпас или нет. Да, вроде есть. Так, заходим на этот сайт. Ага. Здесь это нужно устанавливать, это расширение. Расширение тогда показывать вам не буду. Нужно с помощью сайта это желательно пройти. Стоп, а чем можно с помощью этого же сайта пройти? Давайте попробуем сейчас. Если получится с помощью этого же сайта, будет круто. Вроде можно, ну-ка. Да, работает. Охренеть. Вот это крутой сайт. Офигеть. Он может обходить, делать байпас Linkverse, и может делать байпас, получается, вот как он там называется-то? Loot Link. Офигеть. Вот это круто, это отлично. Так, ладно, давайте все-таки сейчас оставшиеся до конца задания пройду, и мы с вами продолжим. Сколько я уже за это видео сказал продолжить? Офигеть. Раз 10, наверное, по пальцам не пересчитать, не хватит. Так, все отлично, в итоге получается было 6 заданий, ну, как я и говорил, либо 6, либо 7 заданий должно быть. У меня было 6 заданий, и все успешно я их прошел. Отлично. Копируем ссылку, дальше открываем чит, заходим вот сюда, где нарисован ключ, и здесь вставляем наш ключ, который мы получили. Нажимаем Join, и ждем, когда загрузится. Все. Загрузилось, все отлично. Здесь вот поменялась информация, то, что я его активировал, получается, 9 июля. Сегодня у нас 9 июля. Отлично. Все, мы вступили, короче, тут вот куда просили, типа, вступить, использовать ключ. Мы это сделали, все отлично, все работает, все четко. Блин, я в шоке. Я в шоке с того, то, что это все работает, офигеть. Наконец-то вышел нормальный бесплатный чит, который мы так долго ждали. У меня просто даже в голове не укладывается, как это круто. Спустя сколько получается? Год? Даже больше года. Спустя год и два либо три месяца мы наконец-то дождались с вами и можем теперь с кайфом бесплатно на крутом мощном чите играть просто для себя в удовольствие. И этот скрипт поддерживает даже самые сложные, трудные, многофункциональные скрипты. То есть самые мощные. Давайте протестим на Bedwars. Сейчас посмотрим, если меня здесь не забанили, потому что я вчера уже играл, у меня все работало, все четко. Но вчера я играл на премиум версии. Вот сейчас посмотрим, на бесплатной версии будет работать или нет. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, в описании будет, кто вдруг не знает. Здесь очень много скриптов на разные режимы. Вот мне нужен, допустим, на Bedwars, мы пишем Bedwars, нажимаем поиск, дальше заходим на сам скрипт. Нажимаем кнопочку Get, вот появляется скрипт. Дальше мы копируем этот скрипт, заходим в игру. Сейчас ждем, пока загрузится. У нас, кстати, в чите должна быть автоматический, то есть должен быть автоматический инжект. Да, все, инжект сделался. Офигеть! Это, походу, реально работает. Просто офигеть. Вставляем, короче, в чит сам скрипт, который вы скопировали. И нажимаем вот на эту стрелочку. И ждем, короче, пока появится этот скрипт, загрузится. Занимает это буквально тут пару секунд. Так, у меня немножко подлагивает, но это из-за того, что скрипт грузится. Да, все, все, он загрузился, он работает, вы прикиньте. Это работает, офигеть, офигеть, и все четко. И плюсом можно байпасить Linkverse и Loot Link. Просто офигеть.
И, короче, после того, как вы получаете ключ и активируете его, вы можете просто с кайфом, с удовольствием играть 6 часов на офигенном крутом чите, который поддерживает все скрипты. Это просто взрыв башки, взрыв мозга. Офигеть. Короче, я думаю, вам понравился этот видеоролик. Кому он понравился и кому не жалко, поставьте лайк, подпишитесь на канал. На этом буду заканчивать. А также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйзбан. Всем удачи и пока.